Все. Прощаюсь к гражданской жизни. Вот здесь я немножко живу. Не снимай мой позор. Да, давайте 54. Ужас. Вообще, Дмитрий Анатольевич как-то очень довольно скептически настроен на вот сейчас переодевание Владимира Владимировича. Вот я, например, в прошлый раз тоже все это купил и выкинул потом. Но не будем ему пока говорить, что это вообще все бесполезно. Анорак, что как? Нет, просто размер подавал. Анорак — это куртка, а не джинсы. Сейчас узнаю. Давай. Я ничего не понимаю. Да, отлично, очень мужественно. Что это такое, Володь? Непонятное изделие, первый раз в жизни вообще я одеваю это. Это какие-то носки, которые, если мне промокнут ноги, мне будет тепло. Тебе нужны они? Так как я первый раз в жизни вообще сажусь в лодку, ну, на дальнее расстояние, я эти лодки на 3 метра от берега отплывал. Первые, возможно, последние. Может, тебе не надо такое? Я за все теперь цепляюсь, думаю, может быть, это мне поможет. Может, вот это спасет мою жалкую жизнь. Ну, я готов. Так, не жмет ли ничего? Не, а что? Прикольно, хорошо. Уже можно попозировать и не поплывем никакой сплав, а? Вот так. На этой фигни, да, Астрахань? У меня в Москве возле подъезда речка Клязьма протекает. Зовут Дмитрий Анатольевич Стешин, наш капитан. 4,30 метра лодка с надувным килем, с жестким полом, стрингерами. В общем, ну, у нее есть мореходные качества, мы попадали на ней в шторма. Лодка идет примерно с тремя людьми и нашим грузом. Смотрите, сколько грузит. Она идет 26-27 километров в час. Жрет он, правда, 30 литров на 100 километров. У нас на полах все полы застелены канистрами с бензином. Лодка после того, как месяц, год пролежала на складе, первый запуск двигателя. Первый запуск. Раз, два, три, четыре, пять. Оу! Шебуршит. Вот Заюрье и вид древнего города. Здесь, вдумайтесь, здесь когда-то была выловлена самая большая рыба в Волге. Это вот эта вот 960-килограммовая белуга, которая ей стоит памятник.